Так, ну здесь у нас получается все по сценарию. Вот наши эти рейдеры. Щелкнем их. Так, убираем оружие. И заходим. Хопа! Видите, они вообще не атакуют. То есть можно подойти. Лепило. Ага, кусок мяса, да? Так, свежее мясо, что скажешь, посадим его в клетку. Так, поговорить с Томми. Свистни в лес, чтоб хрен облез. Привет. Угу, это арена, помойка, я тут мимоходом. Приятное место, давай. Короче, дерзить поменьше будем, чтобы они не напали. Так, пока мы не привыкли друг к другу слишком сильно, может зайдешь в клетку и покажешься в деле? Противник. Кейт, она одна из лучших. Когда в башке не дома, но если я вежливо ее попрошу, она тебя не убьет, верно, Кейт? Пошел ты! Не слушай ее. Ну что, толпа тебя на руках носить будет? Правда же? Опять свистит. Ну конечно, чё, блин. Мне нравится твой энтузиазм. Под сценой есть люк, спустись по лестнице, справа от меня. Никаких пушек, никакой силовой брони. We have our fighter, ladies and gentlemen! Go easy on him, alright? No finishing flourishes. Никаких добивающих ударов, ясно? Ага. Давай его сюда. Так, войдите в клетку через лифт. Да чё такое, заходишь сюда, вот как гладиаторы, да? Капуя! Мне можно начинать? Ага, во. We'll give the new guy a few moments to figure out where the stage door is. Пока он идет. Ни хрена там, нифига он когда смеется. Лады. Так. A glorious fight is just moments away. Ага. Тесак. Так, ну у нас получается без оружия мы, да, заходим? I think he might have gotten lost. Да не заблудился я здесь, а Вася. Вот сучары, а, смеются как. Get a drink at the bar while you wait. Так, все, у нас забрали все. Ladies and gentlemen, and the rest of you ugly lot, for your amusement only, I present to you, Cage and the New Blood. И свежее мясо. Listen, you two, here's the deal. I want blood. Я хочу крови. But no one dies. Вот так, I just want to size up the new guy. All right? On the count of three. You all know how this goes. И чё, она смотрит без ничего, что ли? Two, three, fight! Ах ты! На! 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 Ах ты, чёрт, блин, да меня аж перекосило всего. Блокируй удары, ты чё, Вася? Ах ты. Да, блин, она меня сейчас, если в реале, блин, она мне уже с первого удара бы вынесла бы. Она всё, она меня зажала в угол. Опа! Да давай ей, на! На! И контрольный в челюсть, на! Ха-ха! Я чё, её грохнул? Нет! What's this? The new blood bested our fair Kate! Закончи это дело, чё ты ждёшь? В смысле? Не хочется умирать? Томми сказал нет. Томми сказал no killing. It's always about Tommy and what he wants. All right, fight's over. You two can come out now. All right, let's go, hero. Ну-ка, пойдем посмотрим, как ты. Промаешь, да? Нет. А, ну можно было, в принципе.
носки подобрать. Так, трусы точно не будем брать. Все, окей, пошли, потопали. Так, кусок мяса. Это я, походу, да? Я же просила меня так не называть. Так, ну сейчас, наверное, он нам скажет, забирай ее, да? Ну, в принципе, почему бы и нет, да? Спать нельзя. Зато украсть можно, да? Хороший был бой. Она неплохой боец. Ты сама проиграла поединок, ты измотана и теряешь концентрацию. Завязывай с препаратами. Я тебе не лапочка. Она не любит проигрывать. Но у тебя драться получается очень неплохо. Может, займешься этим на постоянной основе? Так. Что там для меня? Конечно, было бы весело. Никто не входит в эту клетку просто так для забавы. Вот, возьми. Что я там заработал? Если будешь сражаться. Ага. О, 100 рупий. Ничего себе. Этого мало. По обычному тарифу. Будем считать, что это гонорар за испытательный срок. Ах ты, блин. Как всегда, да? Если тебе нужно будет где-то остановиться, можешь расположиться за стеной. А, за сценой. Ну все, окей. Слышал, Томми? Не все считают твое скромное заведение центром содружества. Тут же не так мило. Неважно. Покажешь мне услугу. Ну все, понятно. Теперь, то есть, Кейт. Давай чуть промотаем. Так, она не хочет. Понятно. Если только она согласится. Ну понятно, короче, она согласится с нами без проблем. Я за тобой зайду. Слушай, окажешь мне услугу. О, вот этого не было. Если она пострадает, я привяжу тебе. Привяжу тебе глаз. Предельно понятно. Стэнли напьет. А, ты напьешься у Стэнли. Понятно. А вот этого разговора не было. То есть глубоко, да? То есть, как бы он бы с ней там не махался, бы не дрался, он все-таки считает ее своим отцом. Ну, скорее всего, так и считает, раз он так еще ты попробуй только ее там что-то сделать с ней, грохнуть. О, видишь, охранник какой. 10 минут до следующего боя. Place your bets now. Вот, и теперь можно будет спокойно. Давай, я в деле. Sign me up for the next fight. Good. Let's do it now. The usual price upon me. Так, ну, в принципе, круто. Вот можно будет сейчас. Так, оружие, одежда. Ага. А, я забыл, что... Теперь-то стимуляторы с одного раза-то у меня не пополняют полностью здоровье. Ага. Вот, теперь можно будет, если вы на раннем этапе, скачав вот эту модификацию, заходить сюда спокойно и зарабатывать бабло. Так, а теперь мы пойдем и посмотрим. Так как оружие я не взял нифига, надо будет взять вон тот вот кий. И проверим, как раз таки получится, нет. Так. Он заходит. А я помню, здесь был тесак. Тесак. Мы его сейчас тесаком. Опа. Все. Включаем ходьбу. Включаем бег. Тренер. Энамай. Так, стоять, тесак. Ага, только в, получается, в клетке его можно будет взять. О,
нас будет поединок на ножах. Сейчас мы позволим тем зрителям рассмотреть друг друга. Раздраконим, да? But which is which? Let us find out. And may I remind you, the only blood allowed in the combat zone is in the ring. Блин, какой он красноречивый, да? Let the fighting begin. I'm gonna tear your fucking throat out. На тебе, на и еще раз. Вау, круто, да? Ага, все, этих ограбить уже не получится. Только первого, это и то, наверное, из-за Кейт. Вот твой приз. Ага, стольник, нормально. Оружие, если получается с оружием сюда заходим, оно у нас ящики. Оп-оп. Все. А где Кейт? Тусовщица. Сказала, макияж. Ее нет. Ну, в принципе, найти ее можно будет здесь. А! Нет, нету. Ага, вот она. Ты че гасишься? Ну-ка. Пошли. Выдвигаемся. Ага, у меня пока сын Чуари. И вот так вот мы можем спокойно взять с собой Катюху. Ты что там, щипачишь? Вот, в принципе, боевая зона более-менее обновленная, более-менее так, как она, по идее, и должна была быть. То есть не просто прийти и перестрелять вот этих всех рейдеров, а тут можно будет вот бац, зайти в любое время, завалить и заработать денег. Ребят, подписываемся на канал. Спасибо за просмотр, ставим лайки и всем до свидания.